Эй, если хочешь еще раз увидеть Петти, давай без глупостей, усек? Без глупостей? Романов хочет с тобой поговорить. Он тебя ждет на западном берегу. Пошли со мной. Что вы сделали с Петти? Я с тобой разговаривать не буду. Или иди за мной, или забудь про девку. Ладно, я пойду за тобой. Хорошо. И не отставай. Ждать тебя я не стану. Пойдем уже. Точно. Вот, прошу. Здесь я тебя оставляю. Ага. Нечего тебе ошиваться вокруг. Романов ждет к северо-западу, в самом конце западного побережья. Следуй этой тропой через развалины, ты его найдешь. Если с ней что-то случилось, я тебя найду. Я всего лишь посыльный. Хочешь изображать крутого? Попробуй на Романове. Но только если ты готов к тому, что вы с этой девицей... В итоге где-нибудь всплывете с перерезанными глотками. Сухопутная крыса. Поболтать пришел. Привет, Романов. Самый момент тебе попробовать убить меня из-за подсказок о сокровище Стальной Бороды. Поверь мне, если бы я мог, так бы и сделал. А что тебе мешает? То, что лишь вы с Петти знаете, как избежать ловушек Стальной Бороды. Эта маленькая стерва уже отказалась сотрудничать. Посмотрим, окажешься ли ты умнее. Что ты сделал с Петти? Она в безопасности. Где? В месте, где она может внезапно перестать быть в безопасности. Все зависит от того, как поступишь ты. Каких таких ловушек? Хватит дурака валять. Я уже потерял одного из своих людей в попытке добраться до сокровища. Так что теперь мои люди туда не пойдут. А раз с нами есть ты, им и не придется, верно? Чего ты от меня хочешь? Ну, у тебя есть выбор.
Или ты идешь в пещеру и приносишь мне то, что нужно, или ты никогда больше не увидишь Петти. Я принесу тебе сокровище Стальной Бороды в обмен на Петти. О, как это мило! Ты запал на шлюшку из таверны. Но она определенно крайне привлекательна. Ее отец всегда выбирал только самых лучших проституток. Ладно, договорились. Я принесу сокровище, а ты приводи Петти. Давай за дело. Я буду ждать. Здесь что-то есть. Здесь что-то есть.
Чья это могила? Покойся с миром. Я смотрю, ты нашел добычу стальной бороды. Так что давай сюда карту. Вот. Я нашел кучу золота и эту карту. Золото твое. Мне нужна лишь карта. Я впечатлен, крысеныш. Когда я тебя в ту пещеру послал, даже не надеялся, что ты оттуда выползешь. Мне бы пригодился такой человек. Я предпочитаю работать в одиночку. Ну, если вдруг передумаешь, для тебя всегда найдется место в моей команде. У нас был уговор. Где Петти? Ты правда хочешь освободить эту бестию? Думаешь, выпустить ее будет безопасно? Я сдержал свое слово. Сдержи и ты свое. Спокойнее. Я просто пошутил. Она заперта в развалинах на восточном склоне к югу отсюда. Вот ключ. Здесь мы расстанемся. Надеюсь, ты не сочтешь за грубость, если я скажу, что не хотел бы больше видеть ни твоего лица, ни ее. Понял? О, спасибо. Похоже, пришлось изображать из себя принцессу в беде. А я тогда кто? Герой или дракон? Надо посмотреть. Вдруг у тебя чешуя? Как ты смог до меня добраться?
Пришлось убедить Романова отпустить тебя. Это было нелегко. А что насчет морской карты? Она у тебя? Какая карта? Ты радуйся, что у тебя голова на плечах осталась. Пришлось отдать ее Романову. Что? Ты совсем из ума выжил? Я знала, что тебе нельзя доверять. Эта чертова карта стоит больше, чем твоя жизнь, что ли? Ну, нет, но... Ты прав. Надо было сообразить, что Романов такие условия выставит. Мерзавец. Нужно отобрать карту у него, пока он не исчез. На этой карте отец отметил все места, где он спрятал золото. Еще могилы? На этом острове много золота. Но когда будет такая возможность, я отправлюсь за сокровищами, которые он закопал по всему миру. Это мое будущее. Я не хочу всю жизнь провести в таверне в этом захолустье. Ну, на этом острове тоже есть золото? Думаешь, надо его найти и потратить? Да, да, сразу как мы остановим Романова и отберем у него карту. Ладно, я помогу тебе. Я это ценю. Спасибо. Романов, скорее всего, направится к кораблю. Он готов рискнуть и выйти в бурю, если пахнет золотом. Значит, он направляется в порт? Да, и, скорее всего, воспользуется туннелем Дона, чтобы пробраться в город. Если поторопимся, сможем его перехватить. Давай вперед, встретимся на месте. Идем со мной. Еще бы! Лучше начать сначала. Сработало. Этот остров завален трупами. Вот, мне удалось загробастать карту Стальной Бороды. Правда? Отличная работа! Ты хоть представляешь, насколько эта карта ценная? Ну, поскольку это пиратская карта, то тут явно не лужайки для пикника обозначены. Точно. Отец отмечал тут все острова и страны, которые он посетил за долгие годы странствий. Каждым из этих мест он спрятал золото.
как на этом острове. Карта могла попасть в руки кому угодно. Спасибо, что ты принес ее мне. Ты приличный парень, в отличие от большинства остальных. А что с остатками сокровищ Стальной Бороды? Я забираю карту. Ты забираешь золото. Договорились? Думаю, я переживу. Можешь также забирать старый дом отца. Мне он больше ни к чему. Спасибо. Хотя я не уверен, что он мне пригодится. Ну, так или иначе, он твой. Вдруг ты решишь остаться на острове? И что ты теперь будешь делать? Я пойду назад в город. С этими бурями с острова не выбраться. Так что мы тут оба застряли. Ну, что поделаешь? Похоже на то. Заглядывай в таверну, если захочешь. Всегда приятно поговорить с кем-нибудь, кроме пьяных рыбаков. Может, и зайду. Береги себя. Спасибо. И удачи тебе, чем бы ты в этой дыре ни занимался. Текст имеет отношение к магии. Тут явно замешана магия. Плохая идея. Элдрика взяли в плен люди-ящеры. Какие такие люди-ящеры? Понятия не имею. Люди-ящеры при мечах и доспехах. Это все? Это все, что тебе известно? Элдрик сказал, что когда-то эти ящеры правили всем миром. Вот значит как. И они вернулись? Что же будет теперь? Сейчас этот мир принадлежит нам. Мы свободны от богов, свободны от людей-ящеров. Насчет кристальных дисков. Я нашел все 5 дисков. Отличная работа. Ты смог добиться большего, чем все остальные мои люди. Я назначаю тебя своим комендантом. Комендантом? Возьми этот доспех. Он тебе понадобится. Мы это отметим должным образом позже. А пока что нужно думать о более важных вещах. Я готов. Пора открывать портал. Или люди, или титаны. Кто-то должен уступить. Человечество должно выстоять. Следуй за мной. Время пришло. Ha!
Пора прощаться. Их всех нужно убить. Я презираю тварей. Чего это ты тут делаешь? Что они такое? Враг. И мы, наконец, знаем его лицо. Теперь ему от нас не спрятаться. Что вы собираетесь сделать? Спуститься внутрь горы. Здесь и сейчас решится судьба этого острова и всех других земель. Я готов. Хорошо. Тогда следуй за мной. Я помогу тебе. Человечество. Соблюдай осторожность. Хорошо. Отвали. Пойди и сдохни где-нибудь. Ты. Вот те врата. Что такое? Нужно их открыть! Быстрее! Что это? Древняя крепость. Наверняка она принадлежит ящерам, которых мы встретили у портала. Нужно идти дальше. У вас есть план? Если врата можно закрыть, их можно и открыть! Я отправлю разведчиков, чтобы те нашли механизм, открывающий их. Я подозреваю, их тут несколько. Так что смотри в оба, ступай и поищи на севере. Чему ты можешь научить меня? Научи меня бою с посохом. Посох – оружие элегантное и быстрое. Люди его недооценивают, поскольку урон от него ниже, чем от топора. Я покажу тебе удар, который способен превратить посох в нечто большее, чем он кажется. Ты должен вложить в один удар силу всего своего тела. Так ты увеличишь дальность атаки и наносимый урон. Силы удара хватит даже на то, чтобы отбить в сторону защиту противника.
Однако ты должен быть достаточно далеко от противника в этот момент. Иначе он сможет ударить тебя. Научи меня бою с посохом. Давай-ка поработаем над твоей защитой с контратакой. Если ты вложишь в удар больше силы, противник потеряет равновесие, а ты сможешь продолжить атаку еще более сильным ударом. Научи меня бою с посохом. Ты уже опытный боец. Но чтобы достичь истинного мастерства, ты должен научиться думать о посохе как о части твоего тела. Лишь тогда ты сможешь наносить удар за ударом. И как мне достичь мастерства? Используй все известные тебе техники и тренируйся. Если ты сосредоточишься на чем-то одном, то тебя ждет неудача. На нас напали! Враги! Враги! Объясни мне, что здесь происходит. На нас напали саурианцы, ящероподобные создания. Они взяли штурмом главные ворота, вломились в монастырь и обыскивают здание. Если мы хотим отбить монастырь, нужно выловить их всех и перебить. Я этим сейчас занимаюсь.
А всем магам пока что надлежит собраться в священном зале. Немедленно туда отправляюсь. Удачи тебе. Увы, они все мертвы. Займемся делом. Ты должен идти в чертог храма. Это приказ мастера Игнатия? Да. Мастера собираются, чтобы защитить священный огонь. Отлично. Игнатий хочет, чтобы все собрались в зале пламени. Я отправляюсь прямо туда. Но есть еще кое-что. Саурянец более мощный, чем все остальные. Маг? Кем бы он ни был, выглядит он несокрушим. Он управляет всеми остальными с кладбища. Чему ты можешь научить меня? Ты полагаешь, что нас учили для этого? Учение. Если бы нас готовили лучше, рекрутов гибло бы гораздо меньше. Как приятно, что кто-то выжил. Ты в порядке? За меня не беспокойся. Я вернусь к работе. Нужно охранять кузницу от этих мерзких ящериц. Покажи мне товары.
Похоже, кое-кому нужна помощь. Кое-кто будет расстроен. Не сомневаюсь, что у тебя есть другие дела. Нам всем нужно продолжать, верно? Что происходит? Откуда пришли эти люди-ящеры? Они захватили большую часть монастыря. Тебе надо спешить на помощь в священный зал. Да, но они заперлись в моей лаборатории. Они уничтожат все, над чем я работал.
Чем бы они ни были, я не могу позволить им трогать там все. Мне нужны зелья. Сейчас тебе нужно идти в священный зал. Да-да, но тебе нужно идти в библиотеку и пробраться в мою лабораторию. Нам стоит позаботиться о более важных вещах. Это место, где царит знание. Зачем мы нужны, если знание будет утеряно? Ступай туда, спаси мои рисунки и припасы. Ты говорил, что дверь заперта. Так и есть. Тебе придется воспользоваться другим путем, чтобы пробраться туда. И каким же? Есть тайный проход из маленькой библиотеки. А теперь ступай, ступай! Спаси наше знание! Я нашел всех магов. И что? Они уже идут? Мастер Палас погиб. Это печально. Если бы он был с нами, наши шансы выросли бы. Кто сможет использовать ледяной кристалл без мастера Паласа? Без его знаний этот кристалл для нас, считай, бесполезен. Придется обойтись тем, что мы имеем. Я нашел записки мастера Паласа. Это дает нам шанс. Вероятно, я смогу раскрыть тайну ледяного кристалла. Ha! Oh!
Интересно. Ничего нового. Заметано. Монастырь чист.
Неплохо для начала. Инквизитор Мендоса прибыл сюда, чтобы положить конец нашим бедам. Но, похоже, он лишь увеличил их число. Однако, если мы хотим разгадать, что же таится за этими бурями, и спасти остальных, сначала надо защитить этот остров. И как мы можем спасти остров? Я неверно выразился. Наша задача — оберегать огонь и надеяться, что остров может быть спасен. Ты должен позаботиться об инквизиторе Мендосе. Позаботиться? Намерения у Мендосы самые благородные. Помоги ему завершить то, что он начал, если ты сочтешь этот путь правильным. Но нельзя слепо следовать за ним. Здравый смысл поможет тебе принять верное решение. Саурианский воин мертв. Мы собираемся вернуть монастырь ордену. У меня есть кое-что для тебя, мастер. Мои рисунки и припасы. Я могу продолжать работу. Благодарю тебя. Возьми эти зелья, ты их честно заслужил. Незваные гости покинули твою лабораторию. Это хорошая новость. Я могу снова приступить к моим экспериментам. Бери оружие, или будет хуже. Не смей делать это снова! Позже. Предполагаю, что для этого... Зачем мы с нами сражаться? Ха! Ха! О!